Всем привет! Смотрю, в последнее время стало достаточно модно записывать гайды по всяким классам, которые есть в лодах. Собственно, поэтому я тоже решил не оставаться в стороне и представить вашему вниманию свое видение лука в гибридном билде. Ну что ж, поехали! И первое, с чего мы начнем, это билд. Билд, в принципе, достаточно стандартный для всех луков в гибриде и выглядит приблизительно следующим образом. В первом ряду мы берем ядовитые чары на тройку. Второй ряд умений мы все берем по максимуму. В третьем ряду мы берем только пламенные чары. Четвертый ряд — это калечащий выстрел на тройку. Затем мы берем пополнение. Взрывную стрелу лично я беру на единицу, поскольку она не имеет значительного дамага, ради которого стоит ее брать, и применяется исключительно для набора снаряжения. Боеготовность мы берем на 3, прицельный выстрел на 3, отскок 3, бросок кобры 3, и лично я беру еще дикую охоту также на тройку. В случае, вот как вы видите, осталось 2 очка умений лично у меня. Их можно запихнуть, одно очко умения в шарике, ну и еще одно очко на ваше усмотрение. В принципе, можете взять стальную розу для набора того же снаряжения, но с текущим вариантом стат снаряжение более чем достаточно. Итак, первое поле развития. Берем самые необходимые вехи на увеличение урона, на повышение могущества. Берем статы. И лично я дополнительно также беру капкан с сезоном охоты. Стойка застрельщика, конечно же, точно в цель на тройку. И берем огненные стрелы на единицу. Собственно, почему на единицу? Потому что в дальнейшем огненные стрелы нам понадобятся только для того, чтобы все выстрелы, какие бы они там ни были, которые зачаровываются ядовитыми чарами или теми же огненными, наносили урон огнем. И берем прижигание, которое будет увеличивать урон коварного удара на 12% пламенных чар. Второе поле развития. Берем также все виды усилений для чар. Также берем составные яды. Берем вехи, которые позволяют коварному удару наносить урон ядом. Конечно же, стойка комбатант. Покушение. Среди теней. Устранение. И три вехи на увеличение урона. Смертельную комбинацию лично я не беру, поскольку в бою нет времени накапливать устранение до 3 раз. Ну и собственно, третье поле вех развития. Также берем все возможные статы, которые только есть. Берем стремительность, берем увеличение снаряжения, все вехи, камуфляж, берем эксперт зачарования, стоимость всех чар снижается на 1 единицу, открытая рана, прикрытие, массовый факт, как бы вы его можете либо брать, либо не брать, в случае нехватки вех вы можете от него отказаться и также можете отказаться от обманного открытия. Также обязательно берется грация хищника, эффект плут, ну и в зависимости от того, нужно вам спасать вашу группу на том же доминионе, не нужно, вы берете либо делай как я, либо соответственно ее не берете. Теперь перейдем к характеристикам. Лично я
использует такой вариант характеристик, это соотношение мастерства и беспощадности 1 к 1 и 300 решимости. Бонус от эффектов на данный момент это бонус от ордена, поэтому на эти лишние 100 решимости не стоит обращать внимания. Также далее 300 двойной атаки. Конечно, она режется и заметно режется после 250, но, как видите, по вещам, которые выделяются, вы просто заливаете все вещи, которые у вас есть, непосредственно в двойную атаку. И 300 стремительности. По защитным характеристикам вы закидываете 3 вещи в живучесть, делаете приблизительно 300 осторожности, на данный момент идет 345, ну опять же, по вещам смотрите, что да как. И как бы лично я делаю 150 физической и божественной защиты. Итак, перейдем непосредственно к ротации. Первым делом вы используете ядовитые чары. Под ядовитыми чарами вы совершаете прицельный выстрел. После того, как вешается баф смертельного яда, сейчас мы обновим его, продолжим. Вы используете бросок кобры, чтобы на цели появилось 2 стака пристрела. Пока действуют эти 2 стака пристрела, вы используете калечащий выстрел. После этого вы переключаете стойку комбатанта и совершаете на цель покушение. Затем под огненными чарами наносите цели урон непосредственно коварным ударом. Данную ротацию необходимо производить с максимальной скоростью, чтобы все дебафы, которые получают цели, все бафы усиления, которые получает вы, не спали за время непосредственно вашей атаки. Ну и как делал панда, посмотрим на билд действия. Собственно, на этом и все. Спасибо за просмотр. Оставшиеся вопросы оставляйте в комментариях. По возможности постараюсь на них ответить. С вами был Аргус из Золотой Орды. Всем пока. До новых встреч.